На пологом песчаном левобережье над Доном лежит станица Вешенская, старейшая из верховых станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чиганакской станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж-Азов. Против станицы выгибается Дон к оборжиной татарского Сагайдака, будто заворачивает вправо и возле хутора Баски вновь величаво примится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского. Привет! Вы на канале «Вселенная Beautiful World». Это проект географии России. Меня зовут Евгений. Меня Виктория. И сегодня мы расскажем вам о человеке, который очень любил свою малую родину, посвятив множество своих литературных произведений ее культуре, историческим событиям и неповторимой природе Тихого Дона. Нет, пожалуй, ни одного уголка в нашей стране, да и в мире, жители которого не знали бы замечательных произведений Михаила Шолохова. Монументальный Тихий Дон, наполненная горячим дыханием современности поднятая целина, трагическая и величественная судьба человека. Рассказы и очерки с первых же дней их опубликования стали настольными книгами миллионов советских семей. Мая 2020 года исполняется 115 лет со дня рождения великого русского писателя, киносценариста, военного корреспондента, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова. В 1905 году на хуторе, который носил название Кружилин, станицы Вешенской области войска Донского, в семье крестьян у Анастасии Даниловны Кузнецовой рождается сын, которого назвали Михаилом. Его мать была женой донского казака и работала горничной у помещика Попова. А отец Михаила, Александр Михайлович Шолохов, богатый приказчик. В начале своего детства Михаил Александрович носил фамилию своего отчима Кузнецова и по праву наследования мог бы получить земельный надел, как сын казачий. Однако, после смерти отчима, мать, взяв с собой малолетнего Михаила, ушла жить к его родному отцу, который его и усыновил. И теперь вместо сына казачьего малолетний Михаил Шолохов стал сыном мещанина, вынужден был с детства терпеть явную двусмысленность положения его семьи. Мать – казачка, а отец – приезжий из Рязанщины, сын – купца. Пожалуй, такая атмосфера и закрепила еще с ранних лет в характере Михаила Александровича тяготение к справедливости, правде и некоторой скрытности об истинном своем происхождении. Шолохов был свидетелем Верхнедонского казачьего восстания, которое впоследствии опишет в своем романе «Тихий Дон». Революция, разрушение извечного уклада крестьянской жизни и рождение нового – все это вошло в сознание писателя, навсегда отложилось в памяти, как свое, кровное, близкое, неотделимое. Творческая биография Михаила Шолохова началась в 1923 году. Он впервые опубликовал свои фельетоны в «Юношеской правде».
пишет рассказ «Зверь», в котором главным героем был комиссар продразведки Бодягин. Шолохов не понаслышке знает, что происходило на самом деле, так как сам он служил в одном из таких отрядов инспектором Букановской станицы в 1921 году. Без разрешения командования существенно снижал налоговое обложение людей. За это он находился под судом новой власти и был приговорен сначала к расстрелу, но, сменив приговор, ему дают небольшой условный срок тюремного заключения. Один из выпусков нашего проекта «География России» был посвящен Белокаменной церкви, которая располагается в хуторе Карпово-Обрывском. Один из зрителей в комментариях поделился с нами интересной историей, которая была взята Михаилом Александровичем для одного из сюжетов в романе «Поднятая целина». Потапов в гости к другу приехал Шолохов. Охотились они в наших местах. Рассказал он ему историю, которая произошла в соседней слободе. Служба шла полным ходом, а рядом с церковью дети дразнили привязанную телушку, а когда та оторвалась, погналась за детьми. Детям бежать пришлось в церковь, теленок за ними. И тут началось. Кто куда. Вот такая комичная, но реальная история, которую можно прочитать в романе. По многим книгам писателя сняты замечательные фильмы. Работа над экранизацией повести «Тихий Дон» шла более 2 лет. И, по словам режиссеров Сергея Герасимова, при всей сложности принесла всей съемочной группе огромное удовольствие. В 1955 году при личной встрече в станице Вешенской Михаил Шолохов одобрил сценарий режиссера. Съемки фильма начались в августе 1956 года в павильонах киностудии, а в начале октября съемочная группа отправилась в экспедицию. Декорации хутора «Татарский» построили на территории хутора «Дичинский», там же, где снимали первую, немую версию «Тихого Дона» 1930 года. Режиссеры Ольга Преображенская и Иван Провов. Выстроили дома Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, Кошевых, хуторскую церковь. В 3 километрах от Дичинска построили усадьбу Литницких со всеми службами. В городе Камень-Шахтинском были возведены декорации вокзала и привокзальной площади Новочеркасска, а также станции Нарва и Разгон. И пошла казачья жизнь. Содержанием своих литературных произведений Михаил Шолохов развенчивал традиционное представление о казачестве. Как об однородной массе, как о реакционной силе, на которую опиралось самодержавие, подавляя вспышки народного движения. Он показал, что казачество никогда не было однородным. Это были труженики, в труде и поте добывающие хлеб. Казачество раскрывается в произведениях многогранно. В быту, в семье, в труде, во взаимоотношениях личности и общества, традициях людей, живущих в наших красивых раздольных местах, и, наконец, в участии в исторических событиях. Изображая быт казачества, его жизненный уклад, Шолохов умеет через отдельные сцены осветить наиболее типичное, наиболее характерное для казачества. Познакомившись с казачьим краем на страницах шолоховских произведений, многим хочется своими глазами увидеть Верхний Дон, бескрайнюю степь, казачьи хутора и станицы. Ежегодно в станице Вешенской проходит всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвященный дню рождения Михаила Александровича Шолохова «Шолоховская весна». Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 года, в день 80-летия Михаила Александровича. А с 1987 года праздник стал всероссийским. В 1990 году получил статус международного. Этот праздник собирает под своим началом около 100 тысяч гостей с разных уголков нашей планеты. Фестивальная программа всегда интересная и наполненная увлекательными событиями.
Каждый год праздничные мероприятия идут 3 дня, с пятницы по воскресенье. А хотите узнать, как возник этот праздник? В одном из интервью об этом рассказал внук писателя Александр Шолохов, который был директором музея-заповедника Шолохова с 2001 по 2016 год. Сейчас он является депутатом Государственной Думы. В 1984 году, спустя 3 месяца после смерти Михаила Александровича, мы всей семьей приехали в Вешенскую отметить его день рождения. Это было чисто семейное событие. У власти был Константин Черненко, никаких намеков на потрясение в обществе. И вдруг, утром 24 мая, мы слышим, в станице запели. Люди вышли на улицы в старинных казачьих костюмах. Оказалось, в сундуках есть все, включая шашки. На тот момент подчеркивать свою принадлежность к казачеству было не то что опасно, но ничего хорошего во всяком случае не сулило. А за ношение холодного оружия вполне могли и посадить. И вдруг по станице гуляют казаки, чего не было со времен событий, описанных в Тихом Доне. Нам на полном серьезе звонили из ростовского обкома и спрашивали, у вас там восстание? Что происходит в Вешенской? Это было движение снизу. Желание людей обозначить свое отношение к Шолохову, к его творчеству, ко всему, что он сделал для этих мест. В 10 километрах от станицы Вешенская река Дон делает величественный крутой изгиб. Над ним возвышается 40-метровый песчаный обрыв, называемый тут Лебяжим или Крутояром. Почему обрыву дали именно такое название, доподлинно неизвестно. Одни утверждают, от того, что обитали тут прежде лебеди. Другие считают, потому что излучина Дона изгибается здесь, как грациозная лебединая шея. Отсюда, как с высоты птичьего полета, виден пологий левый берег Дона, его гордый изгиб, еще дальше пойменные леса и белые меловые горы. На Лебяжий Яр часто приходил Шолохов полюбоваться головокружительными донскими просторами. Как говорят близкие писатели, это было его любимое место. В одной из комнат усадьбы Шолоховых висит картина Крутояра, подаренная писателю его другом-художником. А теперь вопрос нашим зрителям. Вы знаете, кто автор этой картины? Пишите его фамилию в комментариях. Красота Донской земли особая. Как незаманчиво сверкание степной ковыльной амальгамы, сердце больше радуется темным коврам свежей пахоты и бархатом озимых. Набросано не густо, тесно, внахлёст, со здоровой крестьянской жадностью. Принадлежит не только прославленной и облагодетельствованной им станице, не только Ростовской области. Это достояние мировое, что важно, и общенациональное, что, на мой взгляд, значительно ценнее. В стране, где в головах и душах людей полыхает новое гражданское, возродить интерес к человеку, болевшему сердцем из-за кровавых русских раздоров, знающему, что смерть всегда безобразно проста. Дело государственной важности. Если вы хотите узнать больше о жизни писателя Михаила Александровича Шолохова, мы предлагаем посетить музей-усадьбу, расположенный в станице Вешенской, где он провел большую часть своей жизни. Ну а мы отправляемся на поиски новых интересных мест. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео в социальных сетях, помогите развиться нашему каналу. До новых встреч! Всем пока!